Анонс 3 и 4 серии 6 сезона сериала «Балабол». В 3 серии во время боя убит один из зрителей, ранее судимый Анатолий Ливников, владелец подпольного клуба. Опасаясь разборок, обращается за помощью к Михею. При осмотре помещения Саня Балабин натыкается на пустую ампулу. У него возникает версия о допинге, который могли применять бойцы. Джордж и Зоя пробивают Ливникова. В 4 серии Балабин встречается с сестрой Ливникова, и та рассказывает о связях брата с астраханскими криминальными структурами. Саня допрашивает сотрудника клуба, ранее работавшего в астраханской школе милиции, с полковником Сергеевым и убитым. Зоя выясняет, что начальник СБ астраханского отдела милиции, полковник Сергей, сделал Ливникова своим информатором. У Сани появляется версия, что в клубе использовали допинг те бойцы, на кого предварительно ставили большие суммы денег. Посмотреть очередные серии вы сможете 1 ноября на телеканале НТВ.